сибиряк, двухметровый богатырь Алексей Скурлатов. Ушел на войну в 19 лет. Трижды был тяжело ранен, но выжил. В должности командира отделения разведки он дошел до Болгарии, где наших бойцов встречали как освободителей. В Пловдиве Алексей подружился с участником антифашистского сопротивления болгарином Методи Витановым. И когда жители Пловдива решили воздвигнуть памятник советскому солдату, Витанов показал скульптору фотографию Алексея. В 1954 году огромную статую стали укреплять на гранитном постаменте, и Методи мелом написал на нем «Алеша». Спустя десятилетия власти Пловдива, предавшие память о той страшной войне, трижды хотели демонтировать фигуру советского солдата, но памятник устоял. Композитор Эдуард Колмановский, побывавший в Пловдиве, был потрясен и величием монумента, и биографией советского солдата по имени Алеша. Казалось, сама собой родилась песня, которую сегодня мы услышим в исполнении заслуженной артистки России. Поет Екатерина Гусева. Билет ли в поле